В Италии кандидат в премьеры отказался от должности. Президент Италии Серджо Маттарелла одобрил назначение малоизвестного адвоката Джузеппе Конти на пост премьер-министра. Согласованный популистским движением «Пяти звезд» и антиевропейской ультраправой партией «Лига», образовавшими коалицию по итогам выборов в Италии, компромиссный кандидат в премьер-министры Джузеппе Конти отказался от этой должности, сообщает ЭФП со ссылкой на офис президента Италии. Итальянские СМИ предполагали, что в кабинете Конти глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини возглавит Министерство внутренних дел, а лидер антисистемной политсилы движения «Пяти звезд» Луиджи Ди Майо будет отвечать за Министерство экономического развития. Напомним, ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла одобрил назначение малоизвестного адвоката Джузеппе Конти на пост премьер-министра. По материалам сайта Newsgro.com.